В день Тихоокеанского флота к мемориалу боевой славы Тихоокеанского флота на корабельной набережной Владивостока пришли военные моряки и ветераны, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Губернатор Приморского края Олег Кожемяка вместе с командующим Тихоокеанским флотом ВМФ России Виктором Лиина и главой Владивостока Константином Шестаковым возложили цветы к вечному огню. После чего была объявлена минута молчания. Завершилось мероприятие торжественным маршем моряков-тихоокеанцев. Юлия Ракоцкая, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.